Советские солдаты сегодня сдавались в плен на многих ключевых направлениях. Мы празднуем победу. Все не так просто, командир. Романов готовит ответный удар. Русские построили свою исследовательскую лабораторию на Юкатане. По нашим данным, они пытаются повторить там нашу призмотехнологию. Ваша цель – небольшой древний город Тулун на побережье Карибского моря. Команда спецназа сил поможет вам найти и уничтожить эту лабораторию русских. Здравия вам, воины. Насколько вы вольны, и насколько вы пердольные. И, возможно, вы курва пердоли, ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли. Сожми свой кулак в кулак. Немного динамита не повредит. Потом ебани себя этим кулаком. Как насчет поплавать? Прикройте меня! Кройте меня! Уа! И значит, ты прям промажешь. Как насчет поплавать? Прикройте меня! Люди, ребят, постоянно этим занимаются. Как насчет поплавать? Прикройте меня! Плавает не всегда только в унитазе. Уа! Как насчет поплавать? Прикройте! Отряд сил наткнулся на группу партизанов. Они открыли вам местоположение лаборатории в обмен на оружие и помощь их раненым. Да, суки. Я получил его. Прикройте меня. Слишком легко. Враг близко. Ура! Я получил его. Враг близко. Нормально, вот тут и хибары, конечно, отстрелы этих ублюдков. Вы сюда, Тарас. Инженер захватывает. Вы все сюда сваливаете. Двоих мы оставим здесь, потому что задание производит нам десант. Для нас это будет очень ключевое и очень важное задание. Банально нам против большого количества вот танков и прочего дерьма никак не нужно стоять. Почему же... Инженеры меньше нагружены, чем солдаты, видимо. Это здание, конечно, в конце концов уничтожит, но ничего не поделаешь. Я на вашей стороне. Ты. Наша птичка.
понялся, задача уничтожить им добычу. Если мы это сделали, собственно, у них, по идее, не должно будет быть денег. Уже правда это или нет, мы пока не узнаем. Сам пытается пробиться или что происходит? Ну, ладно, чтобы не происходило. Солдат, тебе выпала честь. Вообще будешь защищать инженеров у нас вместе вот с тобой. Так, задача остальных — пройтись понизу и дальше развалить им добычу ресурсов. Да, вообще, видите, эти твари ездят. Мы должны сделать так, чтобы перестали ездить. Ой, наших спецназовцев только похерачил просто. Путь дальний. Просто в дальний путь их похерачил. Какая-то, видимо, охрана с морского берега. Опять же, видим бочки. Дезинтегрейшн их. Чтобы он не восстановил харвестера. Все-таки. Спецназа у нас, конечно, почти не осталось, но все-таки. Отлично. Подзорвали мы эту всю шляпу. Собаки ушли. Выберите цель. Бля. Гребаные танки. Ладно, давай сюда. Ждем подкрепления в виде десанта. Вот он летит, кстати. Долетит ли вопрос? Ну, что-то, видимо, в темноте зенитки активны. Если они там есть, но они, скорее всего, там есть. Так, еще раз бочки можно уничтожить. Давайте попробуем. Не сильно выйдет, наверное.
Никого не оставили. Все свои с нами. Отлично. Ресурсы больше они не добывают. Это уж точно. Ждем подкрепления из десанта. Ну да, это даже походу и здесь особо не нужен. Справляется один. Нормально хвостиком виляешь. Тоже мы ту зенитку гребаную. Так, нормалек. А можно здесь сохранить? Солнце. Окей. В общем, в целом наша задача захватить вражеское здание и пытаться произвести юнит, потому что все эти танки мы никак не уничтожим. Тут, к примеру, есть бочки, но, как видите, они стоят вот здесь. Они очень даже хитрые ушлепки в этом плане. В принципе, можем, конечно, всякие вот такие еще здания захватывать, не пойми зачем. Но, видимо, нам это в принципе пока что не надо, поэтому попробуем пока инженером захватить главное вражеское здание. Тесла уже вроде не работает. Наш супер спецназ пойдет на помощь. Это очень и очень плохо. Пиздец. Как это сделать вообще? Наша база атакована. Объект повышен в звании. Объект повышен в звании. Немного динамичное поведение. Давайте пытаться как-то без плана с инженерами. Видимо, мне этот план... Блядь. Никак не выполнить. Минируем эту штукенцию. Эту штукенцию, блин, завод. И идем минируем эту хрень. Сам еще не доступен. Нас, в принципе, нам насрать, потому что мы еще и минируем вот эту хреновину.
Зачем, конечно, у них аллигаторы, непонятно. Здесь бочки взрываем. Отлично. Здесь эту херню взрываем. Ну, разорвешь нам вот эту херню. Кстати, Лёрь. Отлично. Наверное. И как сколько самолетов. О, новый инженер. Ты инженер, да? Нахрен ты мне уже не нужен. Так, это уничтожить. Вражеские инженеры. Уничтожить. Это зачем-то надо. Это зачем-то? Если бы инженер мог сам превращаться в базу стандартного то здания, я бы понял смысл. Так, я смысла вообще не понимаю, не вижу никакого. Так, ты идешь сюда. У нас казарма вражеская, да? Шандарахнули вас, шандарахнули вас. Сюда, гондоны. Открепа. Мы даже танк последний не используем. Чуд какой-то. Чудо новогоднее. Да. Среднего инженера тоже защитить. Ну, нафиг его сливать, его можно защитить. Все, отлично. Самое опасное — это вот место. Хотя вот здесь что-то тоже можно взорвать. Давайте это сделаем. Ох, черт ты. Ну-ка. Я бы не сказал, что на Тесла дать никак тут такс. Ладно, с Теслами мы используем уже танк. Возможно, они будут работать чисто из-за этих уродов. Видимо, не будут. Когда непонятно, что они здесь сделали, тыкая в них своим электричеством. Ладно, похер. Блин, как же спасла эта херня? Оказывается, танки не могут давить, когда они, ну, укрепляются. Вот для чего, по сути, это и нужно. Это так, это очень классно придумано. Просто тупо засейвило лютейше. Пошел в жопу. Все, даже вот это вот не надо уничтожать. Надо. Да!